Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик. Разом зі мною на стрімі у цій порі Давид Шарп, ізраїльський військовий оглядач та експерт. Давид, вітаю вас. Рада бачити. Дякую, що долучилися. Здравствуйте, Олена. Ну що ж, почнемо із ситуації на фронті. Зараз однією з найгарячіших точок є Куп'янський напрямок, та й сам Куп'янський. Якщо ми згадаємо передісторію, то минулого року місто Куп'янськ десь півроку було під окупацією, а під час осіннього наступу Збройних сил України воно було звільнено. І от зараз ворог, чи то для того, щоб отримати якусь там, я не знаю, сатисфакцію, намагається все ж таки прорвати там оборону, інтенсивні бої, цитуючи заступницю міністра оборони Ганни Маляр, інтенсивність бойових дій настільки висока, що деякі рубежі переходять із рук в руки по кілька разів на день. Отак вона характеризувала ситуацію на цьому напрямку. Що ви можете сказати, от, власне, яка головна мета ворогу зараз та на Куп'янсько-Лиманському напрямку? Касательно Куп'янського направлення, дуже, звісно, силен той фактор, який ми називаємо туманом війни. Тобто для тих, хто не обладає закритою інсайдерською інформацією, ситуация во многих деталях, естественно, неизвестна. Однако в общих чертах можно сказать следующее. Россия в самом деле собрала там серьезную группировку наступательной конфигурации. И в последние недели, а на самом деле уже даже, наверное, больше, чем недели, ведет более-менее непрерывные наступательные действия. В кое-каких местах они имели локальный успех. Цель этой наступательной операции пока не совсем понятна. То есть, как минимум, что мне видится, что как минимум целью россиян является отвлечение украинских резервов с других участков фронта, в первую очередь там, где они больше всего России угрожают. Я имею в виду в наступательном, во всем, что касается наступательных действий украинцев, в частности на юге, или в районе Бахмута. Так вот, отвлечение этих резервов и, соответственно, ослабление украинского наступательного потенциала на тех участках, которые россияне видят наиболее угрожаемыми для себя, это само по себе важная цель. Если же, полагаю, что они хотят, кроме этого, они хотят добиться и территориального результата тоже. Но вот насколько далеко идущие у них цели, например, выйти на непосредственно на реку Оскол, то есть занять значительный участок территории, выйти, например, к Купянску-Узловая, с железнодорожной станции, собственно, на берегу Оскол находящимся. Вот здесь сказать трудно пока. Пока мест они не бросали в бой единовременно, насколько можно судить, крупные силы, которые... целью которых было бы достижение какого-то быстрого и глубокого результата. Тем не менее, отвлечение резервов сама по себе важная цель. И, кстати, украинское командование официально признало в последние дни, что дополнительные резервы на это направление, где ситуация сложная, об этом говорил и генерал Сырский, и не только он, брошены с целью стабилизации ситуации и ее улучшения. Насколько это нарушило планы украинского командования на других участках, где ВСУ наступают, сказать трудно, но в любом случае на Куп'янській ситуация непростая, и она требует очень серьезного к себе отношения. Одно лишь я могу такой важный момент заметить, что у украинского командования было немало времени для того, чтобы наблюдать за происходящим, я имею в виду до начала наступательных действий. То есть само по себе это наступление, а именно формирование группировки с дальнейшими атаками, не должно было быть неожиданностью для украинского командования, и поэтому оно должно было предпринять те или иные меры, призванные предотвратить серьезные последствия, в том числе держать в уме, что придется перебросить сюда кое-какие резервы для купирования угроз. Якщо в цілому аналізувати ситуацію на фронті цього тижня, наскільки вона змінилася, от що ви відзначили? Ну, є, звісно ж, такі символічні моменти, наприклад, коли освобождение населеного пункту Урожайне, яке офіційно підтверджено на цій неділі, но это именно все же Урожайная, это точка на карте, это такой локальный, конкретно Урожайный локальный успех. До этого были тоже локальные успехи, которые не обязательно связаны с занятием того или иного населенного пункта.
Однако я бы предложил именно посмотреть на ситуацию на фронте в целом. Я имею в виду в первую очередь на юге, на стыке Донецкой и Запорожской области, где украинцы наступают, как раз там, где находится Урожайная, и южнее Орехово в направлении Работино или, как это можно назвать, Мелитопольское направление. Так вот, здесь продолжается, насколько я вижу, планомерная операция украинского командования по ослаблению оборонительного потенциала российской армии, на изматывание и, я бы так сказал, попытку нивелировать их резерв. И в этом случае, если этот процесс удастся как задумано, и это огромное «если», то в этом случае появятся перспективы для развития серьезного территориального успеха. То есть не на уровне медленного продвижения на сотни метров день за днем или раз в несколько дней, а именно крупного успеха. В тот момент, когда линии обороны российские, там принято говорить о трех линиях обороны, в тот момент, когда нет резервов, когда линии обороны некому защищать, то они, в общем-то, превращаются в простые насыпи и канавы. Ну, я утрирую, конечно, но важно... Основа основ – это резервы и те, кто находится в обороне. И вот здесь украинское командование пытается достичь того результата, о котором я говорю. Он связан, собственно, с расходом резервов как живой силы и нейтрализацией российских огневых возможностей, в первую очередь артиллерии. Без нейтрализации артиллерии наступление на открытой местности, каковой является Запорожская и Донецкая области в тех местах, супер проблематично, можно сказать, в основном и невозможно эффективное наступление. Насколько этот процесс, я имею в виду изнурение резервов при попытке сохранить собственный потенциал наступательный, будет успешен, покажут ближайшие дни и недели. То есть, когда я говорю недели, я подразумеваю от пары недель до пары месяцев. Потому что на каком-то этапе временной фактор, фактор сезонный, начинает быть действенным, а сезонный фактор это уже где-то и в сентябре-октябре может оказаться существенным. Ну и чисто военные факторы тоже. То есть наступать беспрерывно много месяцев сложно, есть потери, есть износ техники, расход боеприпасов, поэтому данный процесс приближается к своей кульминации, и если он с точки зрения ВСУ будет успешным, то появится возможность достичь некого оперативного успеха, а не только успеха территориального, локального. Да, вот всю вину досить часто військові експерти називають війною дронів та артилерії. Величезна кількість безпілотників використовуються, вони модифікуються. І тут одразу питання, наскільки від якості безпілотників залежить успіх просування, так? Що ви можете про це сказати? Ну, конечно, уравнение не настолько простое и прямолинейное, больше беспилотников, победа в войне. Естественно, победа в войне – это множество всяких совершенно разных факторов. Однако беспилотники, причем самые простые, которые действуют на линии фронта, как в качестве разведчиков. Первую главную очередь, конечно же, разведчики для ситуативной осведомленности воюющих. А также ударники, причем ударники как камикадзе, так и те, что сбрасывают боеприпасы, имеют огромное значение. Они в значительной степени взяли на себя часть функции авиации классической. Более того, в чем-то даже они эффективнее, чем авиация каких-нибудь 80-х годов. Значение имеет огромное, и украинское руководство и командование для того, чтобы война велась более успешно, должно уделять максимум внимания данной тематике. Что я имею в виду? Это, конечно же, закупки, получение от союзников и, по возможности, собственное производство беспилотных летательных аппаратов, потому что от них, если, конечно же, нельзя говорить, полностью зависит судьба войны, но во многом. Это на данный момент существеннейшее и важнейшее средство, важнейший инструмент. Как и это, и мы переходим к второму важному моменту, как инструменты противодействия такого рода аппаратам. И вот здесь со стороны России. И вот здесь тоже должно уделяться супер максимальное внимание данному вопросу, собственные разработки и, конечно же, максимально эффективное самооснащение за счет союзников и партнеров, потому что противная сторона, естественно, не сидит сложа руки.
и занимается также развитием в этой собственным, собственным развитием в данной сфере. Это не секрет, об этом есть утечки информации, да что там говорить, на фронте бойцы чувствуют это непосредственно на себе. Поэтому, да, тематика супер важна, и уделять ей нужно внимание очень серьезно, и главное, чтобы это делали люди, понимающие в вопросе и умеющие иногда, знаете, сдвигать, иногда буквально надо уметь сдвинуть скалу с места, чтобы достичь того или иного прогресса. Вот именно такие люди и нужны.